Друзья, привет всем! В этом видео я хотел бы поговорить о важности знаний, почему знания так важны и без чего знания не работают. Знания не работают без действий. Если вы не будете пользоваться знаниями каждый день, если вы не будете применять их в свою жизнь, ничего не произойдет. Ничего вообще не произойдет. Можете прочесть сотню книг, но если вы не будете пользоваться всем тем, что в книгах, эти книги бесполезны. В этом видео я хочу вам рассказать, что еще было на семинаре Тони Робинса. Там мы делали такие вещи, что вы даже представить себе не можете. Также в конце, ребята, я хотел бы вас всех поблагодарить и расскажу, как я это сделаю. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. Ну что, погнали. Итак, что было на семинаре? Семинар вообще разрывной. UPW, по-русски он называется «Раскрой свой скрытый потенциал». Вот такая вот рабочая тетрадь. На самом деле очень жестко. Такие семинары, они такие жесткие, потому что ты настолько сильно заряжаешься энергией. Спали мы где-то по 5 часов. Вот максимум я спал 5 часов и 4 дня интенсивной работы. Вот именно работы. Ты работаешь с людьми в группе. Тебя окружают все миллионеры. Там, ребята, такая энергия, спать вообще не хотелось. Если бы мы сидели, записывали все это, там целый день сидишь, записываешь, я бы там заснул. Вот в чем прикол. Просто, когда вы смотрите мою инсту, там мы все танцуем, прыгаем, да, я только такое выкладываю. Я же не буду вам выкладывать там обычную часть, когда мы записываем, потому что это неинтересно. Просто многие думают, что вот на семинарах Тони Робинсона там все, одни танцы, дискотека. Нет, ребята, это только для того, чтобы поднять энергию, потому что 4 дня, день за днем. Вообще, раньше Тони Робинс семинары проводил по 2 недели, вы представляете, 2 недели. Да там можно с ума сойти, и ты заряжаешься, заряжаешься, а столько информации. Эта информация уже... не знаю, не влезает в тебя. Просто вот люди, когда приходят на такой семинар, они думают, что вот, я приду. Это те люди, которые вообще не знают, о чем идет речь. И сразу же я стану миллионером, я сразу же стану самым счастливым, я сразу же там стану еще, короче, кем-то здоровым. К примеру, ребята, для вас, говорю, для тех, кто не понимает, для чего такого рода семинары, чтобы стать счастливым и богатым и здоровым, нужно делать все то, что говорится на семинаре каждый день. Это нужно просто делать. Не попробовать, я попробую, там, ну, недельку попробую, ну, месяц попробую. Если не получится, это все херня. Этим нужно жить. Вы видите меня, да? Почему я такой заряженный? Мне там говорят, ты там наркоман. Ребята, я под жизнью. Я кайфую от этой жизни. Вот почему я так себя веду. Вот почему я ору в своих видео. Мне говорят, почему ты орешь? Да блин, я оратор, мне нравится, не смотрите меня. Видите, ору и голос сорвал. Да это мой стиль. Из-за этого люди меня слушают. Потому что люди видят, как живу я. Люди видят, какой я заряжен. Люди видят... с какой интонацией я это все рассказываю. И они меня слушают. А если бы я там пришел такой, ну привет всем, ребята, чтобы быть богатым, нужно сделать так-то и так-то. Куча сейчас развелось всяких мошенников, шарлатанов, которые этим не занимаются, сами ничего не добились, но они учат людей. Я рассказываю, учу вас тому, через что я сам прошел. Я сам хожу на эти семинары, я сам заряжаюсь, я всем этим сам пользуюсь, поэтому я этим с вами делюсь. И я уже говорил, почему я дал упор вот на психологию. Да потому что именно психология поможет тебе разобраться в жизни.
деньги не сделают тебя счастливым. Миллион долларов, 100 000 долларов. Если ты несчастлив сейчас, ты никогда не будешь счастлив. Сколько бы денег у тебя не было. Вот у тебя появляется там 1000 долларов, ты ее потратил и потом. Почему так? Я хочу еще там деньги. Появилось 10 000 долларов, ты их потратил, тебе мало. Ты не ценишь эту жизнь. У тебя миллион, и люди несчастливы. Вот у Тони Робинса есть, он говорил, 10 знакомых миллиардеров. Или 10, или 20, не помню. И, короче, счастливы из этих человек только 2 человека. 2 или 3, короче, там, 10%. Остальные люди несчастны. У них куча денег, у них все есть. Но они несчастливы. Так что деньги не сделают вас счастливым. Если вы будете много зарабатывать, вы думаете, вот, я буду много зарабатывать, я буду счастлив. Да не будете вы счастливы. Поэтому я учу людей другому. Я хочу, чтобы люди были счастливы, чтобы люди ценили то, что они имеют. Например, вот меня сейчас смотрит какая-то маленькая часть людей, и они вот негативно настроены. Они в это все не верят. Это все херня. С вас там выкачивают деньги. Да, на мне зарабатывают деньги. Но я отдаю эти деньги и получаю гораздо больше. Весь прикол в том, чтобы на таких семинарах максимально получить какую-то базу знаний, чтобы максимально изменить свою жизнь, вы должны не быть закрытым человеком. Не в смысле, если вы там какой-то стеснительный или вы там боитесь общаться, вы должны быть открытым к знаниям. Вы должны пропускать все через себя. Вот только тогда вы изменитесь. Вы пришли на семинар и говорите, да я все знаю, да что это за херня, да это можно прочесть в книжках. Вы никогда не изменитесь. Никогда вы не изменитесь. Учитесь всему. Принимайте все это. Меняйте свою жизнь. Вот только так вы изменитесь. Если вы будете это все там записывать, этим всем пользоваться, это все внедрять, прорабатывать. У нас столько было практических заданий, когда ты вот работаешь с людьми, когда ты там передаешь им энергию, да, это может быть сейчас там смешно звучит, боже, что за бред, да вы не были, вы не знаете. А я вам расскажу, мы обменивались там энергией, и чтобы это все работало, там вышел человек, и этот человек может вот так вот взять тебя и толкнуть, не касаясь. И вы скажете, блин, да что за хрень, это все реально, ребята. Вы мне скажете, он что, на тебе это попробовал? Нет, он на мне это не пробовал. Но мы делали задание, когда вот передавали энергию, да, ладонями. И вот когда человек тебе передает энергию, у тебя рука вот так вот отходит, шатается. Ты там чувствуешь тепло или холод, да, смотря какую энергию мы заряжаем. И ты реально чувствуешь это рукой. Также мы брали вот так вот, держали прямо две руки, передавали там энергию в одну руку, и одна рука становилась очень тяжелой, и она падала. Вот я не знаю, как это объяснить, но это работает. И мы этим занимались где-то полчаса, а люди занимаются этим десятки лет. Вот почему это работает. Также мы слушали человека, который поднялся на Эверест в шортах поднялся на Эверест. Он вот умеет управлять своим телом. Этот человек может задерживать дыхание, не помню на сколько, по-моему, на час он задерживал дыхание подо льдом, блин. И вот нас этот человек учил, как правильно дышать, учил техникам. И вы мне скажете, ну что, ты умеешь задерживать дыхание на час? Да нет, конечно же. Нужно, блин, годы практики, чтобы это все уметь делать. Этот человек это умеет, он может вас этому научить, но вы готовы, например, если вы хотите, да? Кто хочет из вас там задерживать дыхание на час? Если вы хотите, учитесь! Этому можно научиться, но как этому вы можете научиться? Постоянно тренироваться, и только так вы научитесь. Вот весь секрет успеха. Делать. Этим жить нужно, не нужно пробовать. Я попробую, у меня ничего не получилось, это все дерьмо не работает. Нет, нужно делать. И жить этим всю жизнь. Через 20 лет, да, вы будете задерживать дыхание на час. Вот и все работает. Ну что, ребята, вот такой вот был семинар. Так что я всем советую посещать подобные мероприятия. Посещайте платные, бесплатные. Понимаете, когда мы заканчиваем школу, когда мы заканчиваем универ, у нас вот есть поверхностные знания. Мы не видим, знаете, дальше вот этих вот знаний. Но когда ты ходишь на такие семинары, твое сознание, оно раскрывается. Вы начинаете кардинально по-другому мыслить.
вы начинаете видеть новые возможности. Главное всем этим пользоваться. Пользоваться, пользоваться, еще раз пользоваться. Но я не знаю, я вот осознал в себе вот эту вот силу, эту силу знаний и действия. И я сейчас развиваюсь каждый день. Каждый день. Я себе сказал, что победители – это читатели. Победители – это те, которые развиваются каждый день. И я для себя выработал такое правило. Я должен становиться лучше, чем я был день назад. Каждый день я должен становиться лучше себя самого. Я должен узнавать что-то новое. Я должен читать что-то новое. Я должен смотреть что-то новое. И это настолько круто. А когда ты это все узнаешь, узнаешь, у тебя в один миг появилась какая-то мысль, ты эту мысль записал и начинаешь эту мысль внедрять в свою жизнь. Все, качество жизни твое поднялось на новый уровень. Опять ты читаешь, читаешь, развиваешься, только у тебя появляется какая-то идея, ты ее немедленно же внедряешь в свою жизнь, и качество жизни опять у тебя растет. Этого не делают 90% людей. Хотите быть чемпионами, развивайтесь и внедряйте это все в свою жизнь. Итак, ребята, смотрите, если у вас есть какие-то вопросы, и эти вопросы вас волнуют касательно мотивации, развития, личностного роста, задавайте эти вопросы в комментарии, и я буду снимать ответы на эти вопросы. И таким образом я буду для себя выделять эти темы. Вот может кто-то из вас задаст вопрос, а вы его хотели задать, да? Поддержите этого человека лайком, пусть этот комментарий выходит в топ. Не пишите еще раз этот вопрос. И у меня уже будут определенные темы, которые вам важны, и мы будем эти темы обсуждать. Так что задавайте свои вопросы в комментариях, и если этот вопрос вам близок, поддержите его лайком, если вы хотите узнать на него ответ, и я буду снимать видео по этим вопросам. А теперь, ребята, я хочу выразить вам свою благодарность и хочу записать отдельное видео благодарности всем тем ребятам, которые оставят комментарии под этим видео. На следующий день в 7 вечера по Москве я буду записывать видео. То есть вы должны оставить комментарий до 7 часов на следующий день. Я буду записывать видео, и каждого, кто оставил комментарий, я поблагодарю и передам привет. Каждого человека. Понадобится мне на это там 3 часа, буду записывать видео 3 часа. И выпущу отдельное видео. Таким образом, я хочу выразить благодарность всем тем ребятам, которые продолжают меня смотреть, которые ценят мои видео, которые продолжают развиваться. Потому что, вы видите, просмотры упали, да, я изменил немного тематику, теперь у меня одна мотивация. И просмотры упали, потому что люди, которые хотели зарабатывать, ушли с этого канала, которые хотели торговать. Остались действительно те люди, которые ценят такой контент, которые понимают, что такой контент намного важнее, чем контент о заработке в интернете. Что мы сейчас затрагиваем именно глубинные проблемы. Что мы сейчас затрагиваем корень проблемы. И этот корень не позволяет другим людям расти. Я подсмотрел такую фишку на другом канале. Там человек благодарил каждого подписчика. Он выписывал его имя и благодарил. И вот я сейчас вас хочу поблагодарить в комментариях, потому что я знаю, что это видео наберет там до 10 тысяч просмотров, ну, может, там 10-15 тысяч максимум это видео наберет. И это видео досмотрят до конца и будут ценить только те люди, которым это важно. И я хочу выразить вам благодарность. Я вам уже говорил, что когда на моих видео было 20 просмотров, я старался, и когда на моих видео 20 тысяч просмотров, я тоже стараюсь. Но меньше просмотров — это хорошо, зато какое качество аудитории. Какую аудиторию я вокруг себя собираю? Каких думающих, адекватных людей, которые хотят развиваться и меняться? Это же круче, чем собрать 1 000 000 просмотров, да? И там будут одни хейтеры, одни там непонятные ребята, да? Поверьте, я же тоже могу выйти на улицу и творить всякую дичь, как Эдвард Билл. Да, и у меня будет здесь поляму просмотров. Но это не то, куда я стремлюсь. Я не хочу собирать у себя таких ребят. Ну что, ребята, на этом я с вами буду прощаться. Дальше только лучше, развиваемся, растем вместе. Огромное вам спасибо за поддержку, за понимание, за просмотр. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на все мои каналы. Канал по торговле, вторая ссылка в описании. Канал по мотивации,
Третья ссылка в описании, канал с советами, четвертая ссылка в описании. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, там, ребята, будет очень много розыгрышев. Я буду разыгрывать по 1000 рублей каждые 3 дня, я думаю. Также там буду разыгрывать часы. Также в инстаграме вы обо всем сможете узнать самыми первыми, потому что сначала я выкладываю фотографии, там сторис, а потом я уже только снимаю видео. Так что подписывайтесь в мой инстаграм. Конечно же, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачи, пока!